Погнали, ребята! Кис, на счет три, поехали! Раз, два, три! Ребят, всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет! И сегодня по вашим заявкам мы снимаем вторую часть йога-челлендж. Мы уже снимали один раз, где-то год назад или полтора. Полтора, да. И все попросили снять нас еще раз. И мы это сейчас будем делать. Мы сейчас сидим на заднем дворике, у нас светит солнце, мы ничего не видим. Надеюсь, что у нас получится все. И мы выбрали такие сложные позы. Ну как, вначале легкие? Вначале будут очень простые, легкие, потом будет все сложнее, сложнее, сложнее. И потом в конце нам надо будет нам вообще такой паровоз состроить. Ребят, первая поза очень простая, называется она сердечко. Название все буду придумывать я. И прошу заметить, что мы не профессионалы, вообще. Я такой вообще старый пердун. И для меня сесть на корточки — это уже просто трагедия. Вот. Поэтому отдуваться за все будешь ты. Погнали, первая поза. Подожди. Нам надо еще пятками вот так встать, да? И сейчас смотри, Trust Fall Challenge, на счет три. Подожди, мне так как-то неудобно. А как? Как он? Вот. Давай вот так. Раз, два, три. Подожди, а что это было? Почему? Как они так держатся? Ну давай потихонечку, аккуратно. Вот, и все. Ты держишься? Да блин, ну мне же... Ты держишься? Где твоя нога? Все, ребят, я считаю, что очень похоже. Мне кажется, я падаю. Нормально ли? Нормально? Все, первая поза справилась. Следующая поза называется табуретка. Я так и знала, что так назовешь ее. Да? Опять мы стоим спиной друг к другу. Надо вот так сделать. А теперь что? Как-то вот так раз, шагнуть. О, боже! Киса, ты держи меня! Ты должна меня держать! Давай, нагибайся! Паш, поставь ноги ровно! Мне не получается. Все, ты готова? Садись! Да подожди! Садись! Пожалуйста, делай как на картинке. Мы присядем, и там будет все нормально. Ты садишься, нет? Мамочки. О, держимся. Ты сидишь, я сижу нормально. Нет, мне тяжело, ужасно. Ну, это, считай, позу мы, мне кажется, тоже справились. Тебе не показалось так? Надя нам показывает за кадром вот так. Потому что я сидел прям красавчики. Горизонтально на земле, мне кажется, я был. Ох, ну, мне кажется... Точно не как это называется сделать. Эта поза? Поп как попе. Поп как попе. Следующая поза, погнали. Это надо так сгибаться? Я не знаю, зачем мы ее выбрали. Это вообще законно? Подожди. Мы еще и не растянулись почти. Я растянут нормально был, ребят. Вообще плохо. Да! Не нагибаешься, жопу меня толкаешь. Давай еще раз. Все, давай, погнали. Я тебя вижу! Ты мне в коленке! Так, в смысле? У меня прям... Так, эта поза у нас точно не получится! Не получилось? Нет. Мне кажется, мы уже делали эту позу. Да? В предыдущем. Возможно, такая ситуация. Давай еще. Это было полтора года назад, надо повторять, да? Это тоже табуреточка, но лицом друг к другу. Подожди, у нас коленки должны? Да. Изи! Подожди, надо меня? Руки. Вот, спина прямо. Ты спину прямо держишь? Нет. Вот. А тебе насчет я тебя отпускаю. Что? Ну с этой мы тоже, мне кажется, справились. Да, точно справились. Мы ее точно делали, ребята. Очень простая поза для меня, потому что мне надо только сидеть. Смотри, ты, короче, вставай, типа... На руки, да? Упор лежа, да. И я тебя возьму за ноги. И потом ты, короче, выпрямляешь руки, и я поднимаю ноги. И давай мне руки. Ой, ноги. Так, о, смотрите, мы придумали другую позу. О, блин, да мне тяжело уже. Да чего? Че, готова на счет три? Ну, давай. Раз, два, три. Мы делаем, мы это сделали, где я считаю. Я испугалась. Да, давай еще. Я что-то нарисовала. Ну, как вы считаете, справились мы или нет? Мне кажется, сойдет. Мне тоже кажется. Следующая поза, ребят. Называется кузнечик. Тоже очень-очень легкая. Мы же говорили вам вначале, что позы вначале будут легкие. Очень легкая. Как это вообще? Я что-то... Я не такой силач. Пашка вообще деревянный, а я голый. Ты должна прокинуться назад, пресс напрячь, держать, и ноги под меня, а я наверх сделаю. На счет три, готова? Нет. Готова. Раз, два, три.
И чё ты? Сделай всё ровно. Всё. Давай. Значит, ты. Раз, два, три. Ребята. Я не знаю. Почему-то я не могу выпрямить. Таз, типа вот так выпрямить не могу. Ну, на 75% выполнено, я считаю. Да, как ты эту позу назовешь? Два треугольника. Все, я треугольник, я выполнил свою часть. Все, голову опусти. На попу? Да. Я уже устал, кисовай! Да как? Я не знаю. Руки ко мне. Ближе ко мне руки. Привет! Как у тебя дела? Подожди, подожди! Мне кажется, все. Паша! Зачем двигаешься? Как на картинке, поближе хотел к рукам твоим. Следующая поза, мне кажется, очень классная, и она должна быть красивой, если у нас получится. Что вероятнее всего на 10% максимум. Ну, не знаю, как назовем, звездочка? Звезда? Мне кажется... Какая-то странная звезда, но звезда. Я не смогу так встать. Не сможешь? Я не могу понять, если честно, как так встать. Я тоже. На счет три. Кис, на счет три, поехали! Раз, два, три! Да что ты лежишь, Маржок? Мы можем понять, как... Да все понятно уже. На счет три. Раз, два, три. Так а ты чего мою не берешь ногу? Я не могу. О боже, ребят, это очень сложно. Готово? Раз, два, три. Короче, ребята, так это нереально. Ой, это очень сложно. Может, потому что мы разного сильного роста? Мы разного роста, все, ребят. Мы поняли. Так бы мы вообще легко справились с этой задачей. Да, да, да. Очень легко. Следующая поза очень красивая. Но, это... блин, почему они такие все сложные? Это она, кажется, больше похожа на звездочку, нет? Это бесконечность. Точно. Погнали. Так, ты должна... Ты внизу. Я внизу. Держи меня вот за руки. Дига, я тебя держу! Держу, держу! Поближе вот сюда, ко мне. Ты держишь ноги? Нет, да, нет, не знаю. Чего мне как руки? Не могу. Все, погнали. Давай почти сделали это. Подожди, давай разберемся, как нужно сделать руки. А, как это вообще? Я так не поднимаю. Вот так. Все, погнали. Держишься? Держишься? Да. Так, Тика, все! Стоим! Стоим! Баланс! Ты держишь? Да ты неправильно руки держишь! Да правильно ты! Ты неправильно! Я правильно, кисты должна была, да, ты вот так! Все, ребят! Фиксируем, фиксируем! Фиксируем, ребята! Ты подняла ноги? Да! Мы справились! Ну что, как ты следующий назовешь? Стрела. Какая-нибудь там, не знаю. Я уже, если честно, так что-то упахался и устал. И весь путь. Ну давай, вставай так же, как он. Ага. Ла-ла! Так. Давай я здесь чуть держу вот здесь. Поехали! Поехали! Не дать тебе? Давай, давай! Ты меня уронил! Кис, давай, все, вот быстро, прям с лету запрыгивай, и это получится у нас точно. Давай, значит, три. Раз, два, три! Давай, и падай. Да дай руки-то мне. Да зачем? О, вот хорошо. Давай, давай сейчас. Все, держись. Погнали, фиксируем, ребят, фиксируем. Тюни. Ну что, ложись. Ты придумал название этой позе? Это называется «Миссия невыполнима». Точно, точно. Я, сейчас не вижу позы, но я вижу, что мне надо. Я что-то тоже, нам очень ноутбук отсвечивает солнце, и мы еле-еле видим. Мне кажется, вот так надо что-то делать. Держишь? Да. Точно? Да. О, изи вообще! Не могу ногу выпрямить. Ребят, ставим лайки. Мне кажется, это вообще крутяк сейчас был, нет? Блин, я не смогла ногу выпрямить. А ты не выпрямила ее? Эту, на которую ты делал. А, ну-ка давай еще раз. Вот!
Погнали, ребята! Скилл схема вообще работает! Следующая поза, самая классная из предыдущего вызова, нам она больше всего понравилась. Но она такая прям эффектная, и она у нас получалась. Надеюсь, что в этот раз она у нас получится, мы ее снова хотим повторить. О, да, вот за коленки. Все, держу. Я выпрямляюсь? Выпрямляйся. Ребят, скилл! Ставим лайки, подписываемся на канал! Всем пока, я полетела! Я все. Нет, все, одержимся до конца. Ребята, вот и все, наш вызов закончился. Мне кажется, мы так неплохо справились, учитывая, что мы вообще не профессионалы, и мы далеко не спортсмены. Так что просьба воздержаться от всех негативных комментариев. Мы простые, просто человеки. Просто делали это ради забавы. Надеюсь, что вам понравилось. Вы посмеялись вместе с нами. Не забывайте ставить нам пальчики вверх, подписываться на канал, если вы вдруг еще не подписаны. И всем пока-пока. Пока-пока. Вот, смотри, да спину ровно. Да что ты испугалась-то? Мне надо вот так руки сделать. Все, тебе я... вот так? Нет. А, нет, мне надо вот так. Мне вот так, смотри. Мне вот так. Что происходит? Вот я вот так делаю руки. А я вот так. А, у меня все, что можно было защемить. Ты чего? Вообще там с полузакрытыми глазами такая... Да я, у меня вообще все видео так один глаз закрыл.